Представляю вашему вниманию новую модель электроконтрабаса из нашей мастерской лаборатории electroacoustics.ru под названием NEO. Данная модель в классическом виде. Колковый механизм у нас находится на голове инструмента. Также возможен второй вариант headless, когда колковый механизм под подставочкой. Более компактный, получается басок, но при сохранении всех параметров трехчетвертного инструмента. Мензура порядка 1 метра и 4 сантиметров. На данном инструменте стоит активная пьеза и магнит EMG-HZ. Это все микшируется в блендер системы Artec. Сейчас послушаем звук на пьезо.